абсолютно все, да. Это будут абсолютно одинаковые залы, да, все. Как в предыдущем зале. Линолеум спортивный, соответственно, все, отопление. А у нас вентиляция там еще. И спортивные площадки, и в первую очередь спортивный зал в нашей школе, это то, что необходимо, начиная с самого маленького возраста, то есть с 7 лет, там, с 6, как они приходят в первый класс, да, и до 11 класса. Они сдают и нормы ГТУ, которые, как мы знаем, сейчас необходимы при поступлении, да, в вузы обязательно, значок ГТУ дает баллы к ЕГЭ дополнительные. И самое главное, это занятость наших детей. Это говорит о том, что они не болтаются по улицам, они не попадают в плохие компании, они, на них оказывают положительное влияние. Поэтому то, что в нашей школе делают спортивные залы, они очень красивые, они качественно сделаны. Детям очень приятно здесь находиться. Условия созданы, это и душевые, да, и спортинвентарь, и маты, ну все. То есть они приходят с большим удовольствием на физкультуру, и с большим удовольствием они занимаются. Поэтому спорт – это жизнь, и надо наших деток развивать, поддерживать. Ну и самое главное – еще помогать. Спорт помогает мозгам, да? Без этого никуда. С учетом вашего мнения, мы такое решение приняли отремонтировать второй класс в этой школе, учитывая, что эта школа имеет результаты спортивные, действительно удаленность от центра, от многих спортивных объектов. И вы упоминали бассейн, это и фокот, это и стадион, и там, и так далее. В общем, не за 2 месяца, а значительно раньше. Вот тем темпом работы. Единственное, что может сдвинуть сроки и задержать, это сами тренажеры. Хотя они заказаны, подрядчикам они заказаны. Четыре метра и три. Она будет отгорожена. И две калиточки вот эти. Я считаю, что темпы работ набраны нормальные. Вот. Везде уже самые основные работы выполнены. Это подготовительные, это заасфальтирование, где под тренажеры бетонирование ведут. Сегодня практически эти работы заканчиваются на спортивных площадках. В спортзале первой школы мы второй этот спортзал ремонтируем. В прошлом году один отремонтировали, в этом году вот второй. Вот. И там практически тоже черновые работы, все подготовительные выполнены. Сейчас уже и стены надо завершать, я имею в виду отбивать там и проводить отопление, это и замена всего электроосвещения. И многое другое. Завершать работы в вспомогательных помещениях, это душевые там и так далее.
Поэтому я считаю, что сентябрем мы в основном все работы завершим. Вот. Ну, ограждение можно любую погоду делать. Но самое главное, мы успели до дождей все эти основные работы выполнить. Вот. Я считаю, что программа будет завершена в нормальные погодные условия. Ну и наши дети получат три спортивные площадки и спортивный зал в первой школе. Это даст возможность им заниматься и спортом, и здоровым образом жизни.